Всем привет, друзья! С вами снова Аквамен и целых 4... Так, раз, два, три, четыре... 4 года целых мы ждали это видео. Целых 4 года мы шли к этой цифре, друзья. Нас 20 тысяч. 20 тысяч — это как население города Кяхта. Или как 2 Закаменска. Это как 2 раза по 10 тысяч или 4 раза по 5 тысяч, друзья. Это огромнейшее число, поэтому я хочу сказать спасибо вам всем, друзья, потому что без вас не было бы меня, за то, что смотрите, за то, что лайкаете, пишите комментарии, за то, что присылаете свои идеи, делитесь своими самоделками и за то, что вообще не забываете даже, друзья. Я также огромнейшее спасибо хочу сказать нашим администраторам ВКонтакте, группы, которые ищут ответы на все ваши вопросы, которые придумывают какие-то интересные движухи, и они знают даже то, чего не знаю я. Я знаю точно, что есть у некоторых из них инстаграмы, я ссылки оставлю в описании. Лучше благодарностью будет, если вы перейдете, посмотрите, потому что там качественный контент, хотя бы просто посмотрите. Соответственно, я огромнейшее спасибо, друзья, хочу сказать тем людям, которые как-то вот прям со мной контактируют, то есть это ВКонтакте, в сообщениях, которые спрашивают, как у меня дела, присылают идеи, иногда даже очень много идей. Все эти идеи, они записываются, они как-то обрабатываются, ни одна мимо не пропадает, ни одна куда-то не девается. И еще огромнейшее спасибо людям, которые присылают мне просто-напросто по ссылке. Это очень тепло, это вообще светлые, одни из самых светлых моментов на канале, хоть не всем заходят распаковки. Да? Вот, соответственно, от подписчиков огромнейшее спасибо тоже, которые, в общем-то, запариваются, чтобы дослать мне какие-то шняшки, какие-то плюшки, какие-то фишки. Да, друзья, огромнейшее спасибо я хочу сказать хейтерам, которые сейчас сидят и, скорее всего, уже нажали лайк, а теперь убрали, типа, чтобы не спалиться. Потому что без вас не было бы моего стремления быть лучше, не было бы стремления снимать каждый день, не было бы стремления какие-то новые идеи реализовывать. Я бы заплыл жиром, валялся где-нибудь под кустом и смотрел, пялил чужие видосы на ютубе. Поэтому и вам, друзья, уважаемые хейтеры, огромнейшее спасибо. За 4 года мы с вами кучу рубрик, в общем-то, напридумали. Мы с вами умудрились посмотреть туда, куда обычным глазом не удается посмотреть. Мы с вами попытались пролезть в какие-то совершенно новые, как для меня, так, я думаю, для некоторых из вас, направления. То есть мы с вами кучу проектов умудрились реализовать. И знаете что? Еще больше их существует, этих идей на проекты, поэтому не расслабляемся, друзья. Нам нужно все больше делать интересного контента, качественного контента. Будем с вами все делать. Еще огромнейшее спасибо я вообще хочу сказать людям, которые опять-таки делятся своим опытом. Это очень ценная информация. Я постоянно говорю, что опыт не пропьешь, не намажешь на бутерброд, он не испортится, и его никто не сможет выкинуть. Опыт — это самое ценное, что есть. Поэтому есть, я знаю, у меня в знакомых, друзьях есть такие люди из разных, причем отраслей, разного возраста, и это капец как круто, серьезно. Я вам говорю, поэтому канал, наш канал — это совокупность деятельности многих людей, которые, в общем-то, составляют вот по частицам, по крупицам, они составляют вот как раз-таки то, что сейчас называется канал Аквамен Аквариумистика, друзья. Я еще раз всех вас благодарю, хочу сказать всем вам спасибо. И увидимся совсем скоро в новых видосиках, друзья. Пока-пока.